Провожаем тучу. Ну а перед тем, как паук откроет свое истинное лицо, последнее предположение жюри, кто скрывается под маской? Тимур. Еще на второй программе я предположил, что за маской паука скрывается замечательная певица Лена Катина из группы «Тату». Спасибо, Тимур. Регина. Я поддержу своего коллегу и скажу, что также думаю, что под маской скрывается Лена Катина. Филипп. Я хочу верить, что здесь Лена Катина. Ребята, вот чем больше вы говорите, что это Лена Катина, тем больше у меня рождается сомнение. Все-таки, вот я сейчас вот подумала так, а почему бы все-таки не Оля Серябкина? Пусть будет мне Оля кажется, Серябкина. Что Оля Давай Серябкина. Еще Варум назови, у него тоже папа известный музыкант. Ну вы становитесь предсказуемыми все, дорогие друзья. Папа знаменитый музыкант, он известный на весь мир, там Родион Газманов. Открывайте маску. Самый главный момент нашего шоу. Тот, который ждут все. Вы готовы? Да! Тогда, по традиции, маску! 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 Это самый волнительный момент. Снимай! Пожалуйста, снимай! Не тяните уже! Вы не пожалуйста! Это певица, участница легендарного дуэта группы «Тату». Даже по цвету волос. Все уже было сразу понятно. Лена, здравствуй! Наконец-то я могу сказать не паук, а Лена. Здравствуй. Здравствуйте. Хочу, пользуясь случаем, сказать спасибо огромной команде вообще всех людей, которые работают над этим проектом за кадром. Потому что это колоссальный труд, и это все надо придумывать, и это все надо исполнять. Поэтому, ребят, спасибо вам всем большое. Вы делаете огромную работу, это все классно, это интересно. Я думаю, что не только вам, нам тоже очень интересно в этом было участвовать. Спасибо. Лена, и вам спасибо, вы просто блистали на этой сцене. Реально очень круто. Очень круто. Спасибо. Кстати, Тимур, да. Я мучаюсь со второй программы, собственно, вопросом Регины. Откуда у вас такие познания в моей груди? Послушай, давай вспомним с тобой 2001 год. Мы летали с тобой в Нью-Йорк на VMA. Наш разговор был недолгим. Мы стояли близко друг к другу. Некоторые вещи, Леночка, забыть нельзя. Мне кажется, что я сошел с ума. Мне нужна она, Лена Катина. И ее песня «На бис» в шоу «Маска». Угадали, слава тебе, Боже, мне. Не такие тупые. Угадали. Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась. Кто же из нас первый упадет? Не стоял.
2001 года не стоял близко никто. Подальше. До последней галочки побежали летать. Не пропустите лучшее развлекательное шоу страны.